Примета. Проснуться среди ночи. Получить знак свыше. День для добрых дел. Ночь для темных сил. Так издавна полагали в народе, предупреждая молодежь. Проснулся ночью, примета недобрая. Обычно она символизирует об опасности или подстерегающих проблем. С бытовой точки зрения подобное предсказание было вполне оправданным. Просто человек, утомившись за день, спал крепко и сладко до рассвета. С тем же, кто мучился кошмарами или бессонницей, явно творилось что-то неладное. Резко проснулись ночью и не можете уснуть, примета предостережения. Из-за чего проснулись? Очень важно понять, кто или что вас разбудило. Проснуться от стука в окно или в дверь к скорым неприятностям. Но главное все-таки в том, реальный ли был этот звук. Допустим, ломились в дом вполне себе живые люди, но по ошибке. Тогда следует готовиться к долгим разбирательствам, ссорам и даже к судебным искам. Еще больше проблем можно ожидать от приметы проснуться среди ночи, услышав стук. Подошел к окну или двери и никого не обнаружил, такая мистика точно не к добру. Про животных. Неприятности предвещает необычное поведение животных, собачий лай или вой, неурочное пение петуха, явное, но не мотивированное беспокойство прочих домашних питомцев. Возможно, они чувствуют беду и пытаются предупредить, или видят незваных, бестелесных визитеров, посетивших дом во время сна. Единственное приятное исключение – стрекот сверчка. Этот звук при пробуждении обещает финансовую прибыль. Кошмары. Что касается кошмаров, то они редко бывают опасными. Например, горестные рыдания в сновидениях всегда признак чего-то хорошего наяву. Это может быть сигнал о меняющемся к лучшему материальному положению, карьерному росту, рождению долгожданного ребенка. Если же случится проснуться со слезами на глазах, примета советует отдохнуть от хлопот, позаботиться о своем душевном комфорте, взять отпуск. Проснуться ночью без причины. Посмотрите на часы. По времени. Точный период неожиданного пробуждения способен рассказать о том, чего именно ожидать в будущем. Довелось проснуться в 3 часа ночи, велика вероятность, что кто-то извне пытается навести на вас колдовские чары. Стоит особенно призадуматься об этом предзнаменовании, если отдых прерывается раз за разом в одно и то же время. А вот возможность проснуться в 4 утра приметы трактуют как посыл к активным действиям. Скорее всего, предстоит пересмотреть свои ценности, сменить окружение, выяснить отношения с близким человеком. Проснуться от икоты, вероятно, кто-то настойчиво пытается до вас достучаться наяву. А еще порой сам ангел-хранитель может потревожить человека, если тот ведет себя неправильно. Например, спит одетым. Или домовой выразит хозяину свою симпатию, погладив по щеке теплой лапкой. Такие необычные контакты – вполне весомый повод, чтобы вздрогнуть во время сна и проснуться.